Вот так вот. А вы смотрите Perpetuous Play, меня зовут Саша, и мы продолжаем выживать, это Don't Starve. Поехали. Значит, что у нас тут? Насобирали мы много чего. Надо бы сбросить куда-нибудь клыки. Давай сюда. Отлично, мясо сейчас будем жарить, продолжать. Так, значит, здесь мы положим этот кокон. Кокон, ладно. И мы положим пепел теперь. Здесь везде занято. Надо бы, наверное, уже и... Эх, ладно, будем удобрять этой штукой. Погоди. Давай-ка еще сварганься. Немножечко. Эх, мясо, два куска пропадают, блин. Ладно. Побежали гнилью удобрять. Так, давай. Ага. Так. Давай. Давай, да. Ну уже. Так, отлично. Часть удобрили, да? Ну ладно, часть навозом. Пофиг. Давай. Удобряй, конечно. Во. И на все равно не хватит. Отлично. Так, давайте соберем немножко кофейных зерен. В них же можно готовить? Сейчас глянем. Можно или нельзя. Мне же надо здоровье поднимать после прошлого-то раза, кстати. Давайте эту шапку выложим тоже сюда. Пока что она мне не нужна. Сачок. Здесь один есть сачок. Ладно, пускай будет у меня. Так, давай. Этих. Совсем плохого качества, но ничего. Мы его сразу и съедим. Значит, так. Из зерен сейчас сделаем. Да, я знаю, что намокаешь. Я это вижу. Вилсонище. Так, у тебя копье уже совсем не копье. Совершенно. Тут где-то у меня было еще одно. Где оно было? Вот. Вот это копье. Очень даже копье. Все еще. Так. Сейчас перестанет долбашить молния. Пойдем посмотрим, что там с этими пауками дебильными. Что они наделали мне? Кокоса у меня здесь нету, да? Эх, шапка пропадет. Кокосов нет. Ну, увы. Так и будет. Ешь. Да. Так, давайте попробуем сделать из зерен мяса и кофеечку. Получится то, что надо, или нет? Должно, как по мне. Кукурузу одну съела эта тварь, ну ладно. Ну и хрен с ней. Так, доски. Давайте делать еще один сундук. Надо. Еще один сундучишку поставим сюда. Да, в него мы будем складывать как раз вот это дело. И сачок тоже сюда. Больше сюда нечего положить, да? Эх, сейчас еще и вечереть начнет. Ладно, давайте глянем, что там такое. Отлично, приготовилось как надо. Вот прям как надо. Да я знаю, вечер. Думаешь, я не вижу, что ли, Вилсон? Я все вижу. Давайте посмотрим, что там с пчелами происходит. Я надеюсь, меня молния не бахнет. Да, ну, пошел нафиг. Дурила. Ну, пчелы тут еще нет. Тут еще не совсем созрели. Градом сейчас все цветы побьет. Так, иди сюда, дурень. Иди, говорю, сюда. Да, Покимыч, дает тебе просраться, а? На, умри. Так. Тихонько. Ты по чуть-чуть давай. Хватит Покиму нафигачивать. Мне тоже не надо. Так, блин, без брони. Это, конечно, с ними не ахти.
Ну, еще по одному куда бы ни шло. Но у меня сейчас здесь все завалится. Нахер, ну, убивай его, убивай второго, давай. Убил, как ты убил, я его не знаю просто. Так, давай. Растопочка, кстати, уже тоже кончается. А жаль. Так, так, паучара. Паучище, иди сюда. Сюда, куда пошел? А ну, твою мать, а? Ну, вот, на, получил, о. Что-то они так редко ее дают, капец. Так, давай, наверное, еще ешь. Угу. Молодец. Так, ну ничего, сейчас будет и мед. Мне надо больше меда. Однозначно, мне надо больше меда. Я его трачу уж слишком. Рьяно. Так, ладно, там готовится, тут готовится. Так, это сюда. Град фигачит, ну что сделаешь-то? Так. Это пока спрячь, или утром уже будет мед. Интересно, они вообще мед дают в этот сезон или нет? Если нет, то это будет клево, потому что все зерна у меня сгорели. Будет не очень. Ладно, посмотрим. Когда расцветет. Потому что что-то расцветает уже совсем не быстро. Так, и я хотел светлячков поймать. Где они, блин? Неужели только не говорите, что в этот сезон их нету? Только не говорите этого мне. Неужели? Так, ладно. Кофеечку соберем. Я что-то вижу здесь? Ну так, относительно. Сейчас поиграемся. Наступит утро, и мы поиграем, Уилсон. Не переживай. В мячик, все будет окей. Так, 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 так. Мясо положил. Медок. Медок. И готовь. Из влажного же тоже приготовить нормально будет. Давай, расцветай уже сколько можно. Так, ну тут мне пока ничего не надо. Можно и бросить. Хотя, наверное, будем сейчас плодить эти штуки. Размножать их. Так. Сажай. Давай, кукуруза, это классная штука, на. О, о. И левые семена тоже дал, да? Ну ничего. Ничего, они тоже пригодятся. Так, из чего мы сделаем тебя? Чувствую, то мясо мы будем так жрать просто. Нет, с двух кусков мяса получится бредняк. Как-то так. Там ягоды уже поспели немножко. Я надеюсь, кофейные зерна будут плодоносить и дальше. Ягоды. Просто мультипульти у нас этот наггетсы будут. Вот так, давай сюда. Давай. Это ж тоже наггетсы. Так, ладно. Скинь, наверное, ты пока что надень броню. Так, только так, чтобы я его не сжег. Не дай бог. Вот, так. Сейчас третья появится, мы ее расхерачим. Пчелы мед дают или не дают? Что-то не летают пчелы, это плохо. Давайте попробуем собрать и посмотреть, будут ли добираться. И может они больше просто не набираются? Хватит, хватит, все. Ну, давай. Давай, бегом, собирай, Уилсончик. Оп, чик. И одна саданула таки. Ну ничего. Все, за цветами летите. Дуры такие. Так, надо бы на тот остров, наверное, смотаться. Эх. Эх, надо. Ладно, сюда. Так, сюда это дело. Меда я собрал совсем немного. Десяточку, да? Хорошо. Так, давай готовить тогда еще.
Что тут у нас будет? На кукурузе. Давай на кукурузе. Так, а это мясо сейчас зажарим, наверное. Покинуть жариво. Так, копейки и пепел. Что это у тебя, интересно, сгорело такое? Что пепел появился. Статик, статик, кстати, здесь у нас еще говняшки есть. Давайте этой фигней добрим. Пока что. Да, растет. Так. Так, так. Хорошо. Отлично. Ложи на место. Поиграем. Нет, сначала пусть печется. Готовь, да. Они-то, конечно, насыщение дают, но мне скорее жизни больше надо, чем насыщение. Так, давай. Эй, не кидай далеко так. Вечером туда поплывем, чувствую. Ну, ничего. Так, так, так. В принципе, 170 нормально. В суровых условиях. Нормально. Так, сейчас вечер. Ну ничего, мы вечером туда и отправимся. А, ладно, так. Готовилась, да? Ну, ладно, возьмем. Я даже захомячу. Да, так, побежали туда. Ой, нет, сачок же надо взять-то. Чел заодно словить, если что. Пауки опять вышли на охоту. Капец они, конечно, борзые. Пауки, а где моя лодка? А лодка моя, блин, вон там, да? Ничего. Ничего не попишешь. Надо идти. Да. А светлячки, наверное, только в сезон засухи или в начале... А, просто в сезон... В умеренный сезон не есть. В сезон урагановых нету. Наверное. Ладно. А жаль, я думал себе каску прикольную сделать, которую мне подсказали вы. Собираю его. Во. Так, кажется, у них этот. Хотя нет, красный глаз нет, но все равно на покемы они нападут по-любому. Суки такие. Так, водоросли, кстати. Угу. А тот остров немножко сверху там. Ага. Поплыли. Я думаю, на нем я все-таки сделаю кострище. Потому что там я буду бывать чаще, чем везде. Чем в любом другом месте. Так, 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 так. Не сильно давай, набирайся. Ну... Так, уже близко, уже близко. Да. Так, здесь гниль даже есть. А что это, откуда здесь гниль? Непонятно. О, летают такие. Такие летают, я думал, уже нет. Ладно, раз они летают, то давайте сделаем костер или кострище. Ладно, давайте. А кто это все выкосил, а? А чё это она... А, это красная. Вот здорово. А, обычные не летают, а красные летают. Я как раз возле них сделал себе. Отлично. Не ожидал я такого поворота. Да все, ушли. Ушли, говорю. Еще погаснет. Паким, и тебе досталось, да? Ну, бывает, блин. Такая у нас судьба, блин. Отгребать. Слушайте, я вообще не рассчитывал, что красные будут летать, а те не будут. Эх, надо бы в шапке идти, но я ее, честно говоря, поберегу. Угу. Паким, сейчас тебя заклюю. Вот не здорово. Ладно, побегаем, ничего страшного. А что это, она сдохла? Нет? Не сдохла. Ладно, попробуем грохнуть ее. Так.
Жал заодно поднаберем. А, ну да, естественно. Ага. Так, Паким, ты стал не там, где надо. Как же я ее завалю, если ты мешаешь? Угу. Во! Это был шанс, но нет. Ай! Паким, тебя нашпигуют сейчас эти твари. Жало. Поддержала, блин, сука, а? Давай. Кнула, да? Да ну, попадишь ты в нее. Ай-яй-яй. Как противно с ними сражаться-то. Они такие мелкие, пузатые твари. Так, стой. Во, еще и мед дал, ничего себе. Так, хорошо. Меда дали. Так, в принципе, незаметно и ночь прошла, да? Да, Паким, да. Ладно, можешь жарить эту хрень. Ничего страшного. Так, хорошо. Еще и надо? Нет, наверное, уже не надо. Так, сейчас будем пробовать ловить обычных пчел. Тачком. Для начала разнести надо... О! Нет, для начала мы будем ловить пчел, да? Оп! Или они сразу вылетят все? Ну ладно. Вылетит так вылетит. Я знаю. Ага. Все, два карательных отряда. Это я двух, с двух ульев пчел-то наколедовать успел. Умудрился. Так, лишь бы только не загорелся этот улей. Паким, ты на себя отвлек, да? Так. Давай бегом, 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 бегом. Оп, побежали. Паким, ты что? Тебя сейчас нашпигуют, алло. Не рыпается, главное. Паким. Бегимс, мать твою. Мне бы того меду тоже неплохо было бы. И этот расфигач тюлей тоже надо. Давай, бегом. Раз, два, три, четыре. Пофиг. Два раза по пчеле садануло. Да-да-да, да. Короче, Паким им по боку теперь. Ну, ничего. Сейчас все будет. О, села, да? Ну, ладно, пофигу. Пофигу, вали, вали, вали его. Так, хорошо. Жизнь стремительно заканчивается. Но это ничего. Паким, Паким! Что ты дурил, как стоишь, картонная, а? Интересно, а куда они денутся теперь? Улья у них нету, все. Куда они денутся? Помрут, наверное. Да. Хорошо. Так, окей. Надо бы еще наловить пчел. Пчел, пчел, пчел. Давай, поймать. Оп! Еще один карательный вылез. Отряд. Так, это с того улья или с другого? Оп! Давай. Опа! Поймали эту. Лови. Отлично. Уже и обычные на меня нападают. Просто замечательно. Зараза. Ладно, где тут еще были? Картошка, короче, моя так и не выросла. Давай, лови ее. Во, все. В принципе, я все, что хотел, здесь сделал. Валим отсюда, Пакимыч. Валим, пока нас не покрошили эти пчелы. Короче, они здесь летают везде. Где ни попадя. Во. Так, а где тут моя лодка-то? А, там. Ну ладно. Откуда здесь гниль-то, а? Ну да пофигу. А эту травичку соберем. Кстати, мне она нужна. С другой стороны, у меня там он тоже растет. Нефиг меня мочить, твари. Нефиг, нефиг. Так, поплыли обратно. Должны доплыть до ночи. Так, вот как-то так. Ну, поплыли. Лодка для такого плавания сгодится, но это уже ее предел возможностей на самом деле. Потому что 28 это уже вообще никуда. Там вначале было 47, когда я на нее сел сегодня. Или 46. Ну, сколько-то там, столько-то.
А теперь совсем уже никуда не годится. Эх, лобстеров бы половить, да блин, долго это. Ладно, пущай будет эта лодка здесь. В принципе, у меня есть для новой лодки ингредиенты, так что ничего страшного. Так, кстати, а как у нас тут ульи делаются? Они в еде, да? Ага, две деревяшки. Ну, ща, погоди. Подождите-ка, подождите. Окей, стройте уже третью штуку, да я снесу ваше логово нахер. Так, свинина выросла. Ничего себе, молодец. Хряк, это ты молодец. Деревяхи, так. 7 штук, ну ничего. Ничего, я сейчас одну свою поймаю. Так, ладно, съешь это дело просто так. Окей, делаем, значит, доски. Хотя, куда мы их положим? Где-то здесь было говно. Во. Делаем доски. 4 штуки надо, да? И ульи. Так, ну уже вечер, да? Ульи будем ставить утром. А тем временем мы продолжаем жарить мясо, да? Медок, в принципе, пока есть. Давай на нем и готовить. 25. Так, сейчас я и там еще возьму медку. О, выросли. Хорошо. Давайте, наверное, их переделаем на зерна. Отчасти. Хотя, может, даже не отчасти, а все. Ага, все. Все, я понял. Давай, добавь. Во, успели, видишь? А ты уже боялся, Уилсон. Перестань. Не пропадешь, я думаю. Так, хорошо, 4 штуки есть, да? Давайте посадим сразу. Ага, и сюда. Так, и вот сюда. Будем сажать только качественный продукт. Ну, может быть, немножко некачественного. Чутка. Так, значит, сейчас расцветает. Не, одну пчелу еще надо поймать. Свинину, наверное, будем убивать уже в следующей серии. Мясо портится, да, надо готовить. Так, давай. Пеки. А где у меня были эти жало их? Здесь. Вот. Так, так, так. Для улья мне ничего не хватает-то? Одной пчелы. Хорошо. Сейчас расцветет, сделаем еще один улей. Так, этих тварей надо поубивать немножко. А ну иди сюда, иди сюда, давай, ты чего? Тут надумал, а? О, второй, давай, давай. Ага. Не-не-не-не-не-не, да вы что? Да что вы, а? Впятером, а? Это многовато будет. Слушай. Давай, давай, втроем, нет, втроем много. Много. Много, блин, говорю тебе много. Дурья твоя башка. Цапнул. Цапнул, падла. Ну что, что, что? На. Во. Паутину дали, это хорошо. Это очень даже здорово. Так, ложись сюда, это сюда. Так. Лечиться наггетсами, это, конечно, не самое лучшее дело. Так, давай, давай, давай. А где мой запас тут мясной? На, немножко восстановили жетухи. Эх, медок-то заканчивается быстро. Пчелы летают мало. Так, все, расцвело. Давай шапку оденем, где она тут была. А, блин, вот здесь. Да. Одень шапку. Так, это сюда. Нет, подожди, а сачок где? Сачок, 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 сачок. Блин. Вот он. Че он здесь вечно появляется? Ладно.
Побежали. Я же смогу сделать улей? Конечно. Да, давай. Вот. Вот теперь точно смогу, да? Хорошо. Сейчас поставим два улья, будет все в ажуре. А я не знаю, ребят, вы напишите, если они реально меньше дают в этот сезон. По-моему, меньше. Хотя, с другой стороны, так особо и не скажешь. А почему? Алло, почему? Близко друг к другу или близко к этим цветам? Ну, нормально. Ладно, пускай здесь один... Я сказал, здесь пускай один будет. Вот здесь. Слишком плотно цветы высадил, что ли? Зараза, а? Так, вылазим. Вылазим по одной. Ну, во. Одну поймаю, ничего страшного. Мне писали, что она... Что оно возобновляется. Они. Так, Паким, надо бы это самое, не сдохнуть. Куда поставим? Блин, сюда ставь, твою мать! Уилсон. О! Здесь так здесь. Не хочет? Не хочет, хоть ты тресни, а? Давай сюда. Сюда, блин! Вот, все. Надо будет еще больше бабочек. Но это уже потом как-то. Я думаю, пока хватит. Все, сваливаем, Паким. Хватит. Свинина, твоя слишком близко, я знаю. Я тебя убью в следующий раз. Так, это сюда, это тоже сюда. Окей. Ну что же, в принципе, все, что я хотел... О, да. Кофеечек. Кофеечечек. Кофеечек пошел, это хорошо. Пошел в рост. Сейчас мы на нем и нажремся. Ладно, давай-ка этого еще. Плодоносят неплохо. Так. У меня заканчивается растопка. Это совсем нехорошо. Надо будет на какой-нибудь остров ломануться, там выкорчевать чего-нибудь. Кстати, трава. Трава нужна обязательно. Угу. Пауки не хотят разрастаться. Эта тварь вышла и с собой, считайте, снесла два уровня, по-моему, или один логово паучьего этого. Ну, с другой стороны, она мне еще одно дала, но как-то не хочу пока тратить его. Не знаю. Пригодится. Интересно, они свинину грохнут или нет? Что, они на пальму нападают? Нет. Так, ладно. Давай. Во. Так, и что я хотел еще? Печься. Печься, печься, печься. В принципе, идет все хорошо очень даже. Ветки ломаются. Надо бы и веток собрать, что ли. Так, давай-ка вот с этого дела. И с метку. Отлично. Все, отличненько. Ладно, это будет здесь. Удочку зачем я с собой ее таскаю? Готовься. Ну что же, на этом мы завершим эту серию. В принципе, я сделал ульи. Еще две штуки. Я уже давно это хотел сделать. И вот, наконец, сделал. Меда теперь будет больше. Но я так понимаю, в сезон муссонов ни хрена не будет у меня меда. Или будет. Я не знаю. Напишите, они пчелы собирают мед, пыльцу с цветов, и делают ли мед во время сезона муссонов или нет. Если нет, то надо будет собирать, наверное, чего? Ну, семена, как всегда, и на семенах разживаться. Но на самом деле, пока мне еды хватает, вот. А что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями и... Ба-бай!